Мало кто знает, но Дмитрий Гранкин ставил на победу Лёши Серкова свой Мерседес. В этой схватке победил Зелтынь Абрамов. После этой схватки будет небольшой перерыв, и потом будут бороться на полке с Несмесом. На ковер вызывается, на ковер вызывается. Карахонова Зайцева. А, они уже ждут, а мы их зовем. Кто готовится, мы пока не знаем, скорее всего, будет перерыв на ковре. Thank you.
время.